Всем привет! Перед вами мойки высокого давления Weedercraft WDK2105 и 2135. Это компактные аппараты для чистой работы. Модели различаются мощностью 1500 и 1900 Вт. Так что вторую можно назвать полупрофессиональной. В любом случае, одна из них обязательно пригодится на даче. Например, для чистки инвентаря, садовой мебели и мойки автомобиля. Допустим, у вас нет доступа к водопроводу. В инструментах есть помпа, поэтому вы можете просто опустить шланг в ведро или бочку и взять воду оттуда. В отсутствии воды аппарат отключится сам. Для работы выберите одну из насадок. Щетка поможет очистить автомобиль. Угловая насадка проберется к узким местам. Также в конструкции предусмотрен резервуар для моющего средства. Диаметр струи регулируется. Еще в комплекте вы найдете распыляющий пистолет, шланг высокого давления, удлинительную трубку и крепление для хранения насадок.